полуночники, саратон, серж ниндзя. Секунду, кофеек. Кофеек? Да. Это допинг, Really? это допинг. Кофеек? Самое время, я считаю, для кофе. На самом деле. Да. Кофе тайм. А ты сам пьешь саратон кофе? Я сам обычный кофе очень редко пью, я обычные энергетики пью литрами. Ой, Это такая все себе очень хрень. вредно, не полезно, я считаю. Да. Да. Я тоже так Я вот считаю. есть люди, которые за здоровый образ жизни, а я категорически против здорового образа жизни. Вот. Жижнее, жижнее. Да, жижнее. И вообще это нифига не помогает. Что, энергос это? Ну, не, на самом деле, так. Так, Юлия, тебе вроде без цвета. Тебя Так. кинул пати? Я кидал Юле пати, кстати. Ой, Все, так, я секундочку, да, я приняла. готов. Все, я здесь. Чуть-чуть там ссылку скинул, да? Чучуёк, что ли? Так. Серж, а ты с молоком кофе пьешь? Да. Ну, чтобы это во время игры не уснуть. А то буду крякнуть, как скажет. Чтобы не уснуть во время игры. Интересно. А что, Слава были богу. прецеденты? Да нет, я на Скажика, насмотрелся он там. Ай. А что, где? На Скаржика смотришь, да, вот этот, он сидит, 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 хоп. Ушел. Да. Ну, не ушел, он агрессивно сидит на месте и... Да, это вот, похрапывает. Так, ну что, Серж банит карту. Давай посмотрим, что мы забаним. Нет, не эту. Привет, Вова. Однозначный бан. Всем доброго времени суток, лепся. Бладран? Нафиг ваш этот бладран? Да вообще, еще бы сказали с добрым утром. Доброе утро. Где же ботик? Серж проснулся, пьет кофе. Первый, наверное, свой. Так, дип. Не, не первый, я сегодня уже третий или четвертый. Третий или четвертый. Жестко. Ну что, баним карты. Дип. Третий раз я дип посмотрю сегодня. Хорошо, Инсомния. хорошие карты, я считаю, очень даже замечательные. Инсомния очень хорошая. Юля, видела сенсацию? Какую? Суровый провизор 2-1 хан. Я в шоке просто. Да, ну там вообще равная игра на самом деле была, еще при условии, что у провизора там проблемы с интернетом были, то есть мы когда кастили, мы с Мурчиком видели прям. А потом были проблемы у Ханта. Да. Возможно, лаги в этой игре победили. А может это еще то, что Хан болеет? Ну, хрен его знает, на самом деле. Да там у Или обоих проблем. переиграл? Да, все, уже отдыхать отправили. Хватит. На отдых отправили, да? Помучили и Да. хватит. Отпустили с миром. Но он две игры сегодня сыграл, Хант. Нет, больше. Больше? А, ну, из тех, которых я кастил, только две. Там, с этим, с Лотусом он играл, и с этим, как раз только с этим, А, он три с сыграл. провизором. Он сыграл с Надоело. синим, а лотосом провизором. Да, ну, с Лотусом, конечно, там такое. Ой, а чё я зеваю, а? Не Ну, знаю, ты себе зачем. кофе не налила? Я кофе не сделала. Почему? Ошибка. А я сейчас чай сделаю. От него тоже нельзя уснуть. В принципе, когда ешь или пьешь что-то, невозможно уснуть. Ой, Катя сейчас играет, она не будет слушать, как я кушаю. Только выпускает. Стандартный пик от Саратона на этой карте. Да, вообще никогда не меняется Жаба абсолютно. будет? Жаба не будет. Жаба. Жаба Почему нет. это жаба не будет? Жаба забанена. А, офигеть!
забанить. Да нет, ну, пока ничего не забанено, но ее не будет, скорее всего. А может и будет, хрен его знает. Сейчас посмотрим, что Серж пикнет. В любом случае, если не знаешь, что банить или пикать, бань клатча. Или пикай клатча, что еще интереснее. Я не умею за клатча играть, я его никогда не пикаю. Строк. Посмотрим. Так, а в Ашокин. Бан чемпионс. Ой, кого бы забанить? Угадает ли Саратон нужный бан? Никсу забанить. Похоже, что не угадал. Да, я чей... Я не уверен вообще, что до третьей карты дойдет, потому что Серж по мне сейчас катком пройдется. Да ладно, нормально, если я буду глупить. Ой, стандартные играть. Разговорочки перед игрой. Да. Вообще, да, топ дивизиона, да, вообще? Классика, топ дивизиона-то вообще. Я проиграю. Нет, ты выиграешь, нет, ты выиграешь, нет, ты выиграешь. Нет, ты первый положи. Нет, ты первый выйди из дискорда, нет, ты. Бонжорно, ёптель. Бурик, а че ты так поздно не спишь, а? А Бурик доигрался в Red Dead Redemption, решил наконец-то Quake посмотреть. Мы уже полдня его кастим. Ты говоришь, ой, не угадал Саратон пик. А мне кажется, что топ-дивизион уже не должен угадывать. Он должен подготавливаться к каждой игре и знать, кем кто играет. Okay, я только проснулся, как пару часов назад. Это ты, это тогда, Бурик, вот после утра ты сказал ей пару часов по Кимарю? Живут же люди, да? Офигеть, нормально, да? Нормально. Ой, ну все, теперь Бурик со свежими силами. Вот так, почему всё. Он так много скобочек ставит. Он высыпается, он счастливый человек, он высыпается. Нормально, да, люди спят. Типа Брейс? Вы там сможете нас замьютить? Да, конечно. Ты скрины делаешь, Мурчик? Конечно. Всё, молодец. Всё так, ну что, Серж? Только... Давай, какой сервак? Давай, удачи. Так, сервак, сервак, ну централ и ваш. Централ, да. Централ лучше. Централ, поставил вам один централ. Я вас мут, давайте покажите классный квейк. Удачи, ребят. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Мы обязательно вернемся. Запускаю. Запускаю эту шарманку. Чё-то Скаржик не вернулся. Он офлюка пока что. Чего? Он потом уже записи на обратный путь поехал. Не знаю. Или как уехал, главное, так с концами, да? Главное, чтобы не в дальний путь. Так, за кого будем? Чей это пик? Кстати, мы придумали, чей пик, затем и начинаем смотреть. Чей это был пик? Мы придумали, я придумала, Скаржик поддержал. Хорошо, я придумала. Так, это был пик Серж. Ой, не-не-не-не. Серж Ниндзи. Да. Да, ну давай за Серж Ниндзи начнем. Тут, в принципе, особо нет разницы, потому что оба давненько не играли. Погнали. ГЛХГ, бро. Саратон, ты ли это? Саратон детка. Уже полностью стал ламповым квейкером, на самом деле. Сейчас, чуть-чуть. Прицелиться. Прицел настроен. Ай, картаны вот это играют. Редкий вид квейкеров, которые приседают. Картаны. Я не поняла. Ой, мог выкинуть, кстати. Саратон забирает Мигу. Снижает этот штраф. Саратон опять штраф. Табуретку. Если попадает следующий. Куда? Да. На файт оставляет. Еще один штраф, молодец. Слушай, как хорошо он выходит. Он да. Не открывается. Но это и топ-дивизион, как бы. Офигеть. Опа. Сосед снизу постучал. Супер. И не вперед ногами. Это про что, Бурик? Что за ноги вперед? Да, да, это про уход с Каржика. Странно, что не попал. Все, шога какой-то. Не, надо рисой.
Красиво надо все сделать. Стоял четко выверенно, его не подпускал к аптечкам, знал, что туда пойдет. Так, ты респы здесь знаешь, Мурчик? Че ты мне говоришь? Ну, вводит он по респаву, не вводит. Да мне плевать на эти респавы, я в среднем дивизионе не вообще на них насрать. Хорош. Серж, огонек. Да. Виви! О! Виви пришла. Можно начинать как кушать. Она как услышала, что я хочу покушать. Пришла пожелать приятного аппетита. Да, конечно. Без приятного аппетита вообще... Каст не удался. А где риса? Рисы нет, офигеть. Шинка вместо рисы. Не стал рисковать забирать часики, наверное, но и к лучшему. В принципе, сфера вот-вот откатится. За рельсой идет. Тихонечко. Этот хэвик нужно забирать каким-то образом с Аратону. То есть ниже, наоборот, его отвоевать. Ой-ой-ой. Опа, как закинул трехочковую, как данк в баскетболе. Ну, повернись. Опа. Держит. А ракету не держит. А ракета соточка. Ракета прям соточка. Спасибо, Виви. Сейчас закончится эта игра. Я обязательно пойду. Рано дал ракету. Связь сюда с ротом ворвался, Хэвик уже за Сергом. Обалдеть, какие рельсы летают. Вот так не нравится этот джемпад. Ой-ой-ой. Что, там здесь правильно ракеты переключился? Серж, если зачем? Если бы Серж переключился на ракету, он бы уже убил. До миги 8 секунд. Кидается Серг. Скидывает Саратон его сверху. Офигеть, держал. Ну зачем? Отдается. Серж отдается. Мимо. Ну все и так видели, что это было мимо. Нет, там все сейчас попадет на стрельцы и очень небольшой спас локи, там был, не снес бы 96 кп легко. Но не получилось. Ой-ой-ой. Надо тихонечко. Вот это была жесткая рельса ответа. Вот так встреча. Подворотник. Вот он думал, что Сергей будет по респаун ловить. Сразу не пошел за рельсой, но Серг предпочел в это время за мигу пойти. Забирает хэви, то есть, ну, на контроле полном. Серк вообще по контролю выигрывает. Тут 8-3 против 2-6. 59 у него рельса. У Саратона рельса не идет. Посчитано. Нет, не сходи. А, кстати, я забыла сказать, никуда. Что Виви за Сержа. Ой, Виви. Нашла кому сказать? Память уже. Не девичья. Или девичья набрала. Вау. Все стоит на миге, ждет мигу. Первая карта тос, да. Привет. Саратон ошибочно ракета в текстуру. Столбик. Умудрился все-таки залезть туда этим рокетджампом таким. Да, ой, ой. Сейчас здесь Саратон должен забирать. Это очень хорошо Серж вышел из этой ситуации. Ну здесь больше Саратон ошибся на самом деле. Если что, Саратон классно продамажил, а потом плохо ворвался. Не попадают вообще ничего.
Гудит, стоит, рисует, зато начал слушать. Ой-ой-ой, две подряд. Третья будет, нет, зато сразу слушает. Вот это бы залетело, было фатально. Бесед. А, не, не была бы, кстати, он держал. Да зачем тебе другое оружие, Серж? Бери только рельсу. И патроны собирай. Waffe ist bereit. Ну, укол за уколом, жесть. Ведьмак какой-то. Офигеть. Ну, это пик Сержа, кстати. Да. А что пикнул Саратона вторую? Инсомнию, конечно же. Инсомния. Тос, оставайся, будет интересно тебе. Юля, хватит табить. Ой, Бурик. Ну, Бурик не любит, когда табит. Тебе сказать, что ты тут не указан. Как приятненько, да? Можно еще раз сказать? А почему ты спрашиваешь, можно ли, если тебе не указ? А, хорошо стоит. Действительно. Ну, что-то я. Саратоныч. Но. Как он на плюсбеке тебе сы дает жесткие? Я просто сел на лицо. Ну, он слетел так, нет ракет. Совсем нет ракет. Не кидает машинку, как обычно, экономит обилку на следующую игру. Чудом выживший. И это он. Сейчас я быстро. 4-6. 12-9. Все, больше не буду, честно. Я не специально. Я хотела посмотреть по контролю, что там было. Сейчас вот Саратона наломиться. Да Серж, не будешь жадина какая-то. Вот эту Саратон обязан был попадать. В итоге велось до того, что он шога добил, осталось 38. Так было бы стрек у него еще играбельный. Смотри. Пробегал еще и ресурс. Но не попадает. Попадение шафтом. Красавчик. Помню, Саратон пробил, по 1 хп один остался. Хп. Давай, встречай. Кстати, очень любит этот респ скаржик, я помню. Быстренько! Серж летит, летит. Но стек-то уже не тот, ну, вот, чтобы лететь. Вот сейчас он выкинул эту машинку, как бы полезно. Столько ее держал ради вот этого случая, она того не стоит. Все, нельзя отдавать контроль. Но времени уже. Да как бы уже. Это ГГ, конечно, но ловить. Тут Саратон еще бы фраг престижа сделать. Хорошая риса. Давай, давай. Вот он фраг престижа. From the gray. Разменный. Пусть Мур смотрит. Он-то не мешает просмотру. ГГ. ГХ. Ой, Саратон поцелуйчики отсылает. Да вообще, поменялся парень конкретно. Прям. Приятно смотреть. Да. Огонек карта. Очень неожиданно, как бы неожиданно быстро поменялся человек. Лучше в сторону. Без, так, инсомния. Инсомния. Так, так, чаек, чаек, чаек. Один момент. Я это сказала. Все налила? Нет, что ты думаешь? Ты так быстро? Все. Ну да, ты на распрыжке до чая обратно. Давай. Запускай. Полминуты буду. Так, ну теперь смотрим Саратон. Это его любимая карта. Это его пик. Какой-то гау у него интересный, инопланетный. Что это за скин? У меня, по-моему, нет такого. Кем он играет? ДК. ДК. Да, тут же непонятно, да, что за персонаж. Я просто знаю основных его. Вот ДК.
Не видела от него ни разу. Кауна и Сомню всегда берет при возможности. Да? Его ж первая, типа, да, у него ж первая игра против Крии. Декарта мы Да, были все быстрее, успели но Кири чай был. сделать. А Если не если... успели, значит ваша распрыжка хуже, чем Юрий. Да. Бури, какой сахар? Мед. Вкусно и полезно. Так, давай за Саратона. Не, не, а, да, правильно, за Саратона. Так, Паун на ракете подбирает Мигу. Триболтик бы взять. Строк на инсомния странный выбор, говорит Ой. Тос. Да боже, прибей его. Или он тебя. Ну это кек, он сейчас зашахтеет. Просто война с дроном. Война дронов. Что-то плохо прибор работает. Он сам себя. Все, успокойся просто. И спокойненько. А билки нет у него. Сейчас было что-то в его голове мысль, типа. Нелепость. Я совершаю ошибки в этой игре. Вот я же говорю, Синема, ты даже споришь по на другом языке, из другого дивизиона. Зайцем пробежал он у Ева в наш дивизион. Мурщику нравятся такие разговоры. А вообще, молодец. А вообще Сержу нельзя давать рельсу. Так, я так понял, он взял банку с помидорами. Конечно, взял. Было. Не, чай надо только с чаем. Непонятно, ты, конечно. Ну, сейчас посмотрим, как часто будет обилку юзать. Наверное, он на первую юзанул, подумал, что так успешно, что можно на всю игру. Но, типа, пока что строк используется только для подбора банки с помидорами. Потому что... Он не слайдит, слайдов, да? Слайдов примерно ноль. Было. Примерно ноль. Ну, расчет только за банки с помидорами такое. Проще колено поставить для тебя. А, ну колено надо обилку нажимать. Тоже не задача. Бурик, просто пока мы с тобой трындели вовсю, Серж тихонечко, спокойненько тренился. Да, пока мы вот. Там рофлили, да. Серг... Опа. Серг на зопит леги, и Серг сейчас это два разных игрока. Саратон сжег. Да, вот он и Саратон, Блин, это обидно должно быть, просто Серг за счет выбора направления, позиции, стрельбы переигрывает сейчас. То есть он не слайдит, он толком мобилку не использует, он подбирает просто банки с помидорами. Все вылетает. А у Сержа АИМ очень хороший. Прости, Бурик. Ну короче, вот увидим так. Это все по скринам. Но я вот чувствую, что он перестреливает. Ну, вот сейчас юзануть билку ж можно было. Ну ладно, это было... следующую игру. Это было странно. Вот, кстати, из-за того, что ваши сумеры, из-за того, что отдал. Это тоже было странно. Серж отдался два раза. Очень странным образом. Это все наоборот, то есть, когда надо было, он не юзал обилку, когда не надо было, он юзал обилку. Он вообще обилки ни у кого не использует, ниндзя. Не, ну на строге хоть уже чаще используют. Он, например, на строге он сейчас использовал обилку больше, чем за сейчас например, это было предыдущую примерно... серию. Опа, а тут я присяду. Мне да, страшно, я... потому Привет, что... я присяду? Бурик, я опять табл. Если ты что, плохо смотришь стрим, ты еще не внимательный? Мало того, что... Ты проверяешь Бурика на внимательность? 6-7. Довольно активная Ниндзя, игра. Никто не должен знать, когда обилка будет пущена в ход. А, Бурик пиво наливал. Ну тут да.
Какая тут внимательность, какой там. Про чай надо... Процесс плескания пивасика, он как бы не требует максимальной концентрации. Когда Боря говорит, сейчас пивка плесну, замеряет мир. Вот уже 7-7. Ник Рейнджер пишет. Чем дольше он ее не использует, тем больше противник нервничает. Психологическая давка. Ну, кстати, Саратон, точнее, Серпин же хорошо начал. А теперь просто начинает ошибки за. То есть сейчас вот да, хорошо запустил правда проверочный. Перестал хорошо играть Серпин и начал играть плохо. Ну, это пик еще Саратона. Да не выходи, не выходи, прячься. Ракеты ловить надо было хотя бы. Слушай, а это вот было очень не похоже на Сержнезе. Он атаковал прям. Он же всегда на плюс бэке играет. А тут он ворвался прям. Нет, тенька врывается, когда чу. Я не видела надо. Такого. Мало игр все-таки. Так сейчас вот на дипе как он врывался. Агрессивненько было. Он позиции занимал на дипе. А тут он прям... И врывался на Саратона тоже. Блин. Может, я тоже чай наливала? Наверное. За Сержа играет агент? Ник Рейнджер спрашивает. Я только поняла шутку. За Саратона поздадов, да. Такой квейковский мем. Ох, как не попал. Я огонь дал плохо. Серпнинцы такой что-то поиграть хорошо, потом поиграть плохо, теперь поиграть хорошо. Бутербродиком игра такая происходит. Это, наверное, был кусок салата такой. Не падает. Сейчас пошло опять мясо сочное. Еще. Будет заход. Мне кажется, он сам оценил эту ракету такую. Ты думаешь, он очень удивился этой ракете? Мне кажется, она ему понравилась. Кать, а тебе эта ракета понравилась? Ой, застрял. 7-12, надо как-то забирать Саратону инициативу. Как он попадает? Тайминг еще. Звучит странно бутербродиком игра. Просто, наверное, все голодные. Дело было вечером. Уже хотелось кушать. 68. Морщик. Да. Ты чё там о бутербродах задумался? Или да нет, сметанке? Я посмотрел. Тут уже Саратону пора фраги престижа, похоже, делать. Это уже не позволит сделать 6 фрагов. 6 фрагов? Да. А билка использует Сергей. Фиксирует. Это клип. Наносит 15 урона. Фиксировали. Сейчас, ну под конец, Сергей должен сделать один слайд. Я считаю. Так, все закончилось. Не-не-не. Надо пополнять. Это в Q3 распрыжка. Да? Я же правильно сказал. Сказать не побежать. Ох, промахнулся, прикинь. Это процент потерял? 66 у него. Какой у него фоф, интересно, и вот эта вот вся фигня для такой рельсы. Охренеть. А фоф, а вся фигня остальная, это какая? Ну, сенса.
С кем? Саратон с текстурами воюет. Я подумала, что Саратон убивает табуретку. Потом смотрю, Сержи. Такой рокетджамп красивый. Забираем ракетку тоже. Лишней не будет. Ну это... Юля Миссис Тап. Чё так? Юля Таблица. Тап. Слушай, Тап. Привет. Саратон покинул матч. Так, главное, чтобы сейчас успеть скрин сделать. Есть! Миссис? Кто это меня миссис обзывает? Так, ну что, ребята, ГГ? ГГ. ГГ. Да нет. Саратон, красавчик. Горжусь тобой, как говорит Бурик. Я третью игру подряд проебал. Пиздец. Раньше я фу писал, а сейчас поцелуйчики шлёшь. Да, кстати, мы тоже это отметили. Это не поцелуйчики, это типа исправление. Исправление. Не, Саратон, ты молодец. Да я, блядь, я свою карту проиграл, дип проебал, причем вообще пиздец, так плохо сыграл. Ну я просто, как тебе сказать, я осторожно играл. Потому что знаю, а я там... какую-то херню делал, вообще непонятно. То есть, блядь, у меня ничего не летит, я вообще ничего не могу попасть с рельсы. Просто пиздец какой-то. Я там... Да, рельса не шла. Вообще пиздец, я просто ватный. Зато у меня что-то А вот у Нинди вообще... У Нинди, да, у него всё шло. Не, ну хорошо сыграл. Ниндзя, с победой тебя! Первый файт против дрона, конечно, веселый получился. Да, это... Я говорю, херня какая-то сегодня у меня вообще. Да, ты... Там у тебя была шафт, у тебя была шога, и ты пытался с ракеты попасть по дрону. То есть, типа, расчет был на то, что сплэш от стены будет, да, по нему? Да нет, я надеялся просто в него попасть. Или ты просто икону возле монитора поставил, типа, на удачу. Не, на самом деле... Фу-фу-фу! Фу-фу-фу! На самом деле, ГГ, то есть, ну, тут Серг просто перестрелял. Обилку не толком не юзал, как обычно. То есть сейчас Но в принципе, Серг, ты юзал обилку больше, чем, допустим, за две предыдущие серии свои. О, все равно достижение. Слайды мы с твоей посчитали, кстати. Сколько ты слайдов сделал? Один. Ноль. Один? Как один. Один слайд мы ты пропустили. Сам пусть... мы пропустили в этот момент мы, наверное, за Саратоном смотрели. Ты сделал... ну это была цель. Не, но там такой слайд был, как на месте. А я давай сейчас зайдем, и ты шоу-матч устроишь, покажешь, как ты слайдишь. Но звук был, да, вжук? Все, значит, это был не. Слайд. Неважно, какого качества он был. Не, ну могу показать как, но мне просто так удобнее было перемещаться. Один слайд, одна победа. Одна обилка. Жесткая рельса очень. Ладно, Саратон, сильно не расстраивайся. Да, чё, я... Это машина. Три поражения подряд, у меня ни одной победы нет. Я тебя умоляю, вон у Лены 9 поражений, дерется как волчица дальше. У меня сколько поражений? Ой, сейчас, давайте вот... Окунемся в реалии. Из 10 игр 4 победы. А что, сколько ты проиграл? 3? Ну я 3 сыграл и все 3 проиграл. Ну ничего. Дальше что? Это только начало. Это начало. Я тоже первые 3 сыграл, тоже первые 3 проиграл. Слушай. Рексмену, Ханза там. Кстати, да, в верхнем дивизионе несколько людей так прям начали. Ханза начал с поражений, кстати, вот например. И сейчас где сейчас Ханза? Топ-2 держит. Где сейчас Ханза? А где сейчас Ханза? Не смотрит дом, наверное. Противников, соперников. Так, ну, ребят, молодцы, спасибо за игру. Ага. Не, Саратон спасибо, молодец, спасибо. Он боролся. Да нет, я под конец уже начал какую-то херню делать специально уже, потому что там без шансов. Там, честно тебе сказать, то есть там, вот когда у тебя пошел счет, там Серг Ниндзя проигрывал больше. Когда выровнялись. Ты да, же... когда вырвался, там Серг Ниндзя... Ну, я же говорю, игра бутербродом. Серг начал хорошо, потом начал херовенько, потом продолжил хорошо. И вот за счет этого как бы Цуми выиграл. Я говорю, Big сегодня map. Я прям вообще не чувствую рельсу. Я прям стреляю и вообще ничего не попадаю. То есть прям, блять, вообще ничего не попадаю. Еще нервничаю, блядь. Но бывают такие дни. Это еще ни о чем не говорит. Так что вперед, но я от себя могу сказать... Три поражения подряд говорят.
Все равно ты на тильт не припал. Вот что мне понравилось, и ты все-таки пытался там что-то сделать, даже несмотря на то, какой был счет. Так что, а это хорошо. Так что, Да ребята, нет. спасибо вам за игру. Да не за что. Серж Обращайся. вообще машина, пипец, рельса машина. Да это у меня просто сегодня так получилось, а так у меня Да, так можно. я вообще. Было Кто время, такая когда Серга рельса, да? можно. Что Было время, это? когда Серга можно было обыграть. Но это время давным-давно прошло. Да. Серж такой идет и спрашивает, а где тут рельса на этой карте? Я уверена, он на всех картах даже знает, где патроны от рельсы. Нет, патроны не знаю, я лучше рельсу возьму еще раз. Серж, на ДМ6 где патроны от рельсы? На ДМ6 не знаю, в центре, наверное, Нет, их там нет. нет, Серж, можешь не искать, мы со Скажиком всю карту перерыли, не нашли. Я вот поэтому лучше говорю, лучше оружие еще раз подобрать, у тебя еще 10 Да. боеприпасов будет. Ну что, спасибо всем, кто играл, кто смотрел. Не за что. Идем пить чай. Пошли. Пока-пока. Пока-пока. Пока, Ки.